спасибо, дякую. А мне инкриминировали помощь Украине. Вот. Типа, не просто помощь. Помощь-то я это и так оказываю. Это во мне такая праздничина. Пугачевщина. Ну, не пожалея. В историческом плане. Я прям хочу всех вот просто. Но я потом захожу за кулисы и думаю, ну зачем я здесь это сказал? Зачем сегодня я это сказал? Оно мне было надо. Это моя еврейская сторона просыпается. Но уже поздно. Должен был выступать в Казахстане, но не дрогнувшая российская рука дотянулась до Астаны и Алматы. Но, к счастью, здесь лететь недалеко. Немножко посидели в тревоге в Бен-Гурионе. Что такое 47 лет? Это возраст Христа. Если бы он вовремя эмигрировал. Буквально перед прошлым приездом к вам стал иноагентом. Но я не совсем этим горжусь. Я горжусь тем, что такие люди со мной вместе в этом списке. Понимаете? А само звание, ну это шпион, это враг народа. Чего тут гордиться-то? Но люди такие. Думаешь, о, какие ничего враги. Рядом, приличные. Немного тепли.